25 воспитанников люберецких общеобразовательных учреждений пополнили ряды российского движения школьников. Торжественная церемония посвящения в организацию прошла в 16-й гимназии. На ней побывала наша съемочная группа. Обещаем, обещаем, обещаем! С этой минуты юные добровольцы официально стали частью большого всероссийского сообщества. После торжественного обещания каждый из этих ребят получил значок с символикой РДШ. Это молодежное движение стремительно набирает популярность в городском округе. Сегодня уже более 9 тысяч люберецких школьников состоят в его рядах. Преимущество дает в плане коммуникации, в плане того, что себя можно как-то проявить. У нас есть ученица 18-й гимназии, которая выиграла в большой перемене, и она получает 1 000 000 на образование. Российское движение школьников объединяет активных, талантливых и целеустремленных детей. Они состоят в молодежном парламенте, занимаются волонтерством и местным самоуправлением в школах. Для ребят вступление в сообщество – первый шаг на пути к своим целям. Если мы вернемся к истокам и к истории нашей, ну, я вам могу сказать, что всегда был резерв кадров и в комсомоле, и в партии, и на предприятии. И этот резерв формировался из тех именно ребят, которые в свое время в Октябрятской звездочке занимали лидерские позиции, в пионерской дружине занимали лидерские позиции. Поэтому вы на правильном пути. Я желаю вам задора, бодрости, энергии. Вступить в российское движение школьников могут дети, достигшие 8 лет. Чтобы стать частью большой дружной команды, нужно только зарегистрироваться на сайте организации. В каждой школе городского округа есть куратор молодежного проекта. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.